хочу показать вам, как я делаю фотоколлаж для своих социальных сетей. Для этого я использую приложение PixArt. Его можно скачать бесплатно. Оно загружается, там нужно иногда просмотры рекламы, так как это бесплатное приложение. Нажимаю внизу странички плюсик. Я уже заблаговременно подобрала себе фон, который я использую для того, чтобы моя страничка гармонично смотрелась. Такие вот волночки выбрала. И всех коллажи делаю на этом фоне. Также заблаговременно я зашла на сайт, выбрала отель, который бы я хотела показать. Скачала фотографии этого отеля и прайс. Сделала скриншот прайса. Теперь я выбираю из своей галереи фото. Все количество, которое я хочу добавить, 4 фотографии. И прямо здесь на страничке, на фоне, я могу их поворачивать, как мне удобно. Ровно, косо, криво. Как бы вашей душе хотелось. Теперь вверху вот здесь нажимаю текст, добавляю. Нажала плюсик, добавить текст. Вставляю название отеля. Можно влево, вправо, можно посерединке. Получился белым. Мы переходим в закладочку текст внизу страницы. Видите, я могу выбрать другой шрифт. Я могу выбрать цвет текста. Хочется поярче, чтобы его было видно. И можно также обводку текста сделать для того, чтобы он был заметен на странице. Можем немножко что-то пожирнее выбрать, чтобы было видно более четко. Немножко фотографии подвинем и посерединке разместим название отеля. Нажимаем галочку. Стрелочка с правой стороны на белом фоне. Посмотрели рекламку, закрыли. И нажимаем сохранить. Еще смотрим рекламку. Закрываем. Все, готово наш скриншот в галерее. Дальше размещаем его в соцсетях, либо в чат.